Это ты кем была беременна? Тобой. Ну что ты меня рожала? Полтора месяца. Муж отбрехался, что это вез моего дедушки. Да еще когда тебя судили. Когда мне было 5 лет, и ты меня тыкала менту. Я же это помню. У меня ребенок. Когда и статью шили. Дочерей шили. Когда он от тебя отказался. Его там не было. Ты шла там. И меня вот тыкала он, этому он, менту. Вот тогда надо было меня под мышку и все. А тебе сколько лет тогда было? Мне 5 лет или 6 лет. Я 5 лет его выиграла. Он знаешь, что мне сказал? Почему я заболела? Он же все выходы в ход и знает. И взял. Но деду нервы и мотали родители. Подожди, дай скажи мне до конца. Господи, дай я, что вы напали сегодня, погоди. Я не знаю. Потому что дедушка с бабушкой еще лет 10. Дедушка с бабушкой, да, жили мы, да. Точно. Лет мы жили. Бабушке давным-давно по карбоксилазу колет. А Самуил мне сказал, что ее кулька накануне толкнула. Да, конечно, накануне. И я сам кресло, вот так она в кресло села. Он, она что-то защищала ее, а он так подошел. Ее так, ну, как... Уехала дочка, и она вернулась. Уехала одна с двумя мальчиками. А вернулась я с алкашом еще и с мальчиками. Так я, ну, в эту комнату. В этот так домик, и не дала мне не сказать. Я мне сказала, не простишь. А по факту, да. Не простишь. Они их положили. Ты будешь спать, я тут выходы вход, не знаю. Я зайду, открою любую, заберу Иру и поеду. Пока ты тынешься, мы с Ирой будем за Ростовом. Вот того и осталось. Потому что одна приезжала... куча детей тут живет, а вторая приезжает, которая без мужа, и сын уже не путевый. Какие нервы у этих людей были? У родителей, представляешь, бабушки, бабушки, хотя дедушки. Они по факту очень спокойные люди были. Вот это вот колотнеча все время, колотнеча все время. Олег на деда кидался. Олег на деда, мать, да. На деда кидалась. Он хамно. Потому что дедушка говорит за этих мужиков, она на него кидается, понимаешь? А было такое, да. Я приезжаю с я даже начинает, вот как она тебя на Серегу, натравливала, она же меня так на Кольку натравливала, что я чуть не муж. Ты с ножом, ты с ножом когда-то. Ты понимаешь, какая психика может быть? А теперь ты говоришь. Я тебя спрашиваю, зачем же ты тогда рожала еще? Ну как хватит? Не хочу жрать, я чего? Зачем? А кто был вот возле тебя? Сама бы была. Но он был мам. Может быть, был бы другой, от другого мужчины, нормального мужчины, понимаешь? А кто его знает, какой бы был? Если суждено, а его говорят, душе было родиться, спасибо, она что бы родилась. Все равно кровь его там есть, все гавкают, даже мои знакомые. Ну, спасибо, скажи, Ашалуйсу. Я нет, говорю, это хорошо. Спасибо, ага, спасибо, скажи. Ой-ой-ой. Не снимаешь? Нет. Я не скажу. Спасибо, мама. Пожалуйста. Скоро отправлюсь. Как кто говорит в этом, как он, ветеранку перебрести ганки, не посылай, не надо искать черта тому, у кого он заскрылся, да. Как пешки ему тягал. Он снимает, а ты кричишь. Да я кричу, потому что это хорошо. А ну кому вот сейчас надо? Я думала, он не снимает. А ты выбрал, я много тоже что знаю, не говорю. Что, например? Ничего. Абсолютно. Я думал, вы уже все сказали. Уже такая голова, да, не прям. А что рожала, а что то? А теперь что, назад их запихать? Так, а теперь ты хочешь такой... Не, маме, назад не полезу, извини. Вот ты сейчас, о чем мы раньше разговаривали? Мы раньше разговаривали с Айниковым переезд, что там, там школа хорошая, все там хорошо. И ты сейчас желаешь, хотят, я чтобы не Милена вышла замуж за Армянина. Что это я? Ну ты сказала... А что наши лучше? Ты же так сказала, что ты там хорошо, там армяне. Ну я... так и что, моя молодость там прошла. И замуж выйду за армяна. И... А все остальные меня любят и поеду, вот так будут меня встречать и обнимать. Если бы я плоха была, меня бы не вспоминали. 52 года прошло. 52 нет, года. Не о том скорблю, подруженьки. Я страдаю, не о том. Так, Коль, чтобы мы не забыли, по правой стороне в центре Приазовского. Шевроле черный. Шевроле черный. Голова? А че бог, а че? Ну, мы теперь как взрослые люди. А по факту получается, почему? Ира, да. Что вот бабушка с дедушкой себе да. Жили. Они сами не могли пожить. Вот смотри, была, вот да, отец да. Тоже... Знаешь, когда я была счастлива, я скажу честно, когда мать с мамой уезжали, мы оставались ты, я, Эдика, дедушка, бабушка. Ну так. Или когда мать была одна. Вот. Но когда приезжал отец, все. Женщина становилась совершенно другой. И отец приезжал, добили, морально, добили, за... Еще двор, воду, но
трешки. Ну, я подумала, если двое рвать будет. Да? Потому что я четверка. И это говорилось, ну, понимаешь, не один раз, вот полчаса меня встали, я стою, и они вдвоем. Так а что они говорили, что ты бессовестная дальше? Как я вообще докатилась, ну я не помню, где-то 11-12, я чаще где-то с лет 14 я уже перестала на это все, я короче, а вот до 13 лет. Расскажи, как вы меня ругали, что я четверка, как это, как не я хочу я больше ничего рассказывать, мы уже все рассказали вместе. Все. Хотя я училась отлично. Может и ругали, я ты думаешь, я все помню. Ты что, я помню твои табели, у тебя 5-5-5-5, где-то четверка одна. Где-то... Это просто я со школы пришла, не даже табель, я просто пришла со школы. Отлично. Потому что ты училась хорошо. Ну так, как, ваш человек не дотянула до пятерки. Ты отличница была долго. Их набили меня. И золотую медаль бы тебе дали. Главное не пятерки, а знания. Они не дали тебе, а дали свои. Тебе четверку одну поставили почему-то, одну. Ну и к чему ты, это? Да, и все, и она перекрутилась. Я приходила со школы, в 5 вечера на автобус рейса приезжала, никого не колыхала, что я ела с 8 утра, вообще ела ли я, вообще отвратительно ела. Чтобы там меня покормить чем-то там. Не, у меня четверка, это было все, небо на землю упало, и наконец это случилось. Потому что я не выдаю упоение. Я не помню. Я тебя только помню с горой книг на кровати под группой. Это уже мне было лет 16. Да. Это перед институтом. Это перед отъездом в Крым наш. А вот эти все, то, что я помню с 5 лет, вот я себя помню с 5 лет. Я помню, как в Воркуту мы ездили, в поезде тарахтели. Долго и нудно. Помнишь, в Воркуту ездили торговать? Мага. Ты тоже ездила? Они меня с собой тащили. Я помню Воркуту. Я сама поехала, помню. Никто не ездил. Отец был с тобой, мы ездили втроем. Куда? В Воркуте мы были. Город Воркута. Что ты болтаешь? А что за мужчина тогда с тобой был в купе? Какой мужчина? В Воркуту я ездила сама. А я? Тобой не было. Хорошо, а куда мы ездили втроем? Я, ты и отец. Значит, это не Воркута, это где-то здесь в России может быть. Это была Воркута. Я одна была, я вернулась быстро, я сдала оптом в ресторан, 700 рублей взяла, дедушке рассчиталась за машину. Мам, а ты один раз? А ты один раз? Не хочу я. Один раз. Один раз? Один единственный. Инта, ухта, посмотри по карте. Помню. Вот такие команды. Значит, она точно помнит. Да я сама, конечно. Помню, не надо меня городок. Сбивать и дурочку делать. Цементированный такой базар. Помню. Я помню лучше вас. Базар. Вы что помню точно. Прилавок. А вы что вроде бы черти когда это было. Холодина. Я одна была. Ехали мы. Он знаешь, как делает? Суток 5 ехали. Ехаем, делаем мы втроем документы. А куда, мам, это вы ехали суток 5? Я не могу вспомнить, что Ира говорит втроем. Я не могу. Я была и в Кандалакше, Мурманской области. Белые ночи там. Куда брала? Потом, а, нет, не помню. Дальше, не помню, убей, не помню. Дальше, а он ну, будет далеко справа. Далеко с тобой торговать, ты что? Я приезжаю с товаром 200-250 килограмм. Какой ребенок за ручки вести? Ты что, в Нижний Тагил поехала, перебирала эти черешни, уже начала открывать. Боже дальше мой, она течет. Видно, червиво попалась. Она греется пользоваться. Боже, приезжаю, ливень идет в Нижнем Тагиле. Представь, коробки с-под бананов. Они же раскисают. И такси нанимала, да, тягала тяжести. Циркушка, он говорил. Ну, хотим, чтобы все здоровье. Чуть-чуть дальше, циркушка. Прямо, не сворачивай. Куда вы хотите? Рынок вот. У нас вот. Мы едем прямо. Вот здесь, здесь. Мама, який рыночек? Мы едем по трассе. Вам надо другую сторону, левую. Мама, мы едем на Бердянск. Мы едем на Дмитровку. Ну, смотрите, машина. Мы орем так, черти, аж горло болит. Так это ты пишешь? А вот это поездка. Спокойно, сахар не повышает. Это ПГТ, где я родился. Ира тут не родилась. А Коля, он в Воркуту. Я в Воркуту сама так быстро вернулась. Кажу, папа, а не воно стоит на Шевроле? Шевроле что? Похоже, но я сверху сейчас загляну. Шевроле это. Да? Вот я же сказал сразу. Да все, пифига. Это он? Да не. Да вот же, пиликни ему. Здравствуйте. Саша, здравствуйте. Я Ирина. Ну все, едем тогда, да? Едем, да. Молодой парень, да? Ну да.
Який тебе... З яким ти мужиком їхала в купе? Я яким я в купе? Що ти милиш? Ну це вірис питає, чого ти мене питаєш? Ну хватить цього їжу. Тебе що не вистачає? Коли я їхала з ким у купе? Ну поїхала з мужиком. Чого ви достаєте чоловіка? Ні, це був отец. Ми їхали втроєм. Я не знаю, куди ми з тобою їздили. Ну, може в Уфу їхали? Він, слышиш? В Уфі я була перший раз 14 років. На самоліті ми літали. Уфет, я теж пам'ятаю, коли ми були. А іменно от у мене в пам'яті, що це була Воркута. Тетяна Васильівна, так кажіть вже, що з любовником їхали в квартиру. Ні, це був отец. Ой, мама моя родная. Отам я родився. Уже намилять, оце таке своє болтає, а хочете, щоб чужі не болтали. Що ви мили? Я все помню. Ти забирала? Мій батька позичили 1000 рублів. Купив він з Одеси, привіз. Та не кричи, мам. Так надоїли вже. За цілу дорогу надоїли оці розмови. А ти був красний, сморщений. Мам, помніш, коли він родився, був красний, сморщений. Вона мене не повна. Я так рада. Ми на 40 рублів купили груш, перший багажник повністю в машині. Я повезла, привезла 700 рублів, відкинула дорогу. Комусь Суаїра каже, який я родився. Я тут родився, ма. Да, в Приазові. Оце ж там роддом. Да, я знаю. Іра каже, як мене забирали. Завели машину, почали їхати, жарища, заглохла машина. Ми стояли, поки двигатель остив. Щоб ти знав, Аршалусь прилітав. Самолітом тебе зустрічав. Отак. Коли ще не гуляв. Бабушка стол накрила. От Едік, коли родився, як-то стол не накривали. Едік родився вже зима, була холодна. Ну, його привезли, привезли. Ну, Едік 29-го на Едік. Я помню, бабушка прийшла зі свинарника, говорить, Аркадій, Таня мальчика родила. Ночью прийшла утром, в 6 утра, по-моєму, вона сказала. Вона була на там дежурі, але рішив ночью. Едік ж ночью родився. Угу. І позвонила, сказали. Тебе менту тикала, Іра. Потому что есть же статью, это спекуляция. Конечно. И у нее была статья. Ну, а сколько ей дали? Да я не давай-то дальше. Я не помню. Развивай, пиши. И я помню только, что мы сидим как в этом, ну, как у следователя в кабинете. Мамка на табуретке, я у нее на коленях. Она плачет, у меня вот ребенок. Куда ж вы меня? Вот это я помню. А що це? Загнилу черещу. А ще слідками золота находять і не хрена. Вона ж не сиділа в тюрмі? Мені 5 років. Іра, вона ж не сиділа в тюрмі? Ні, вона не сиділа. Чисто з привітом. А ти вроді не знаєш. Я думаю, може вже сиділа в тюрмі. Може, правду люди кажуть. Ні, вон вітрики, смотри. Люди кажуть. Люди багато на вас що кажуть. Це правда, ні, у нас ніхто не сидів. Сергій. Олег сидів. Так я не пойму, ви сиділи за черешню чи ні? Та условно їй дали 2 роки чи год. Та ти що чуєш? От він їде впереді на машині. Аня, вона перехиде тему. Да? Это шо, ні. Да, жизнь, конечно, у мами можна книгу писати. А у тебе? А що у мене? Та нічого, у вас все хорошо. У мене ні. Книгу можна, мені кажеться, з... И у тебя, а представь, что если бы каждый из нас писал, смотри, если бы каждый из нас писал книгу, она была у каждого своя, абсолютно разная, свой взгляд на то или другое, да? Вот ты так, мать, помнишь, вот видишь, ты так, мать, помнишь, что она, а я что этого не знаю. Я, да, я помню, что вот она жила в этом, в Крыму. Как она у тебя совсем другое, знаешь, как она колобочки жарила, это колбаску покупала. 6 лет где-то, да. Ну, колбаску покупала, она сама не ела. Я говорю, мама, а что ты не ешь? Она говорит, я вам купила. И вот она
ровно резала бутерброды, нам давала с маслом в школу, собирала это все постоянно. Никогда уроки не проверяла, никогда. Один раз, единственный, я поджег, я получил что-то, получил двойку, и она меня ударила по жопе и поставила в угол вот туда за стенку в большой комнате в Крыму. Там такое место было. И поставила в угол, и я так стоял, и она мне пошла, понесла клубнику и поставила туда тарелку с клубникой. И я пару штук съел, но сделал вид, что я не ел, знаешь, типа. Вот, вот это единственный раз, единственный раз. И еще раз меня по жопе ударил Колька, когда я поджег туалет. Вот он меня по жопе хлопнул, и я с перепугу, знаешь, и заснул. Бачишь, даже как-то пошел. Бачишь, этих сил на полы, вот и туалет подпалил. Ну, пожарников, мама. Для чего? А вот то, что ты говоришь, что вот ты говорила, что вот это ж меня за тот гараж выносят мозги. Вот Ира, что в гараже вот то, видео снимали. Вот Ира, Ира говорила, что тебя били отчимы об стенку головы. Мне это говорила мамка, когда я приехала за Кольку, она мне это лично сказала. Вот, это и был... И тебя тогда пошла с носа крови. Это был единственный... Нет, с носа крови у меня не пошла, у меня был единственный раз, мама, когда... Мама тебя не пошла. Ну, я не помню такого. У тебя с 6-летнего или 7-летнего возраста часто... Ты путаешь. Ты не сделал операцию. Ты путаешь, дорогая. Что? Это было после того, как у нас в селе спалили сарай. Из кирду. Ну, и как Эдик меня ударил палкой сюда, и у меня образовался полип кровоточащий. Эдик тебя ударил? Да. Не, ну за Колю это говорила. Потому что мы хотели за переехать. За Колю мне говорила мама. Но я тебе объясняю, что никогда он меня не бил так, что, или вообще не бил Коля, не Сергей, никогда меня не били. Единственный раз как меня Колька оттолкнул, вот так вот оттолкнул, и я немножко как бы вот ударился как бы плечом и чуть-чуть головой, чуть-чуть. И то я злости взял ножницы или ножик и в жопу его ширял. То есть это не то, что там... Психика не уравновешена. Да, вот это из-за этого, вот за что он меня толкнул. Вот это единственный раз было. Больше никогда он меня не бил, чтобы я головой об стенку бился. Вот там люди пишут, вот Ира, знаешь, Ира рассказывала. Я говорю, ну я ж-то лучше знаю. Это мне говорила мама. А мать, наверное, накручивала, что понимаешь тебя? Она мне накручивала, все потому что я приезжала, хваталась... А Ира приезжала, так орала на этого шумейка, что хваталась за нос. А ты знаешь, что нас смотрит, знаешь что? Игорь один, там у него аватарка такая, он в шляпе, типа, в кепке. Мужчина такой. Да, мужчина. Он муж Сергеевой сестры. Ой, Колькиной шумейки сестры, по-моему. Или вот, блин, я путаю. Наверное, у его жены, да, его жены сестры. У Николая жена. Нет. У Николая жена, а это его, по-моему, сестра жены. И вот он за Николая жены сестры. Вот у Николая была жена, а это его сестра замужем за вот этим мужчиной. То есть они с Николаем. Ну, они показывали даже видео. Он видео снял, показывает могилу Коли Шелейко. На кладбище Коля умер 2000 каком-то. Там не, он был нормальный, если бы не бил. Он был грамотный. Если бы он не бил, то он бы жил со своей женой. Да. Если бы он не пил. А когда ты приехала в Крым и живет мужчина ничейный в общаге 40 лет, да что-то не так. Брошенный с женой первой, родной, с ребенком, то уже надо было подумать, надо он тебе или нет. И также надо было подумать, когда мы ходили с этим, вот этот Коля, концерт ты же показывал, и мы ходили к Вере Федоровне, председателю сельсовета, жаловаться. И мы ночью... И мы ночью приходили, она говорит, да мне тут Макаренко Сергей надоел, Манча этот надоел. Каждый день Галка бегает, говорит, он ее то бьет. И вот мать расходится сколько, и выходит за этого Серегу Манчу. В своих семейных делах хрен вылазит. Вот понимаешь, Ира, и она выходит потом, за этого Манчу. Когда выгнала Кольку. Она мне лично рассказывала, когда Эдька лежал в больнице, я пришла и ему говорю, сынок, я вот буду сходить на всех снимать. Короче, обосрать. Ты же на всем сама рассказывала. Что я рассказывала? Этот все рассказал. Я рассказывал? За Кольку, за Манчу, сразу, как только открыл канал, он начал толкать. Почему Коля не рассказывал? Нечего рассказать? А что не рассказывал? Потому что Коля другой характер. А вы все вылаживаете вот так. А потом Татьяна Васильевна агрессивна. А, знаешь, а то люди правильно сказали. А теперь там Пилибей, ой, рассказывали. А мне не надо. Сначала
Это вот Владимировка школа, но я тут не учился, я учился там в корпусах старых. Это мы тут ремонт. Мам, помолчи. Это медпункт, по-моему. Дальше клуб, а тут мы сколько ходили танцевать, а тут. Боже, вот это что, клуб такой? Я тоже была здесь, когда танцевала. Да ты что, бля, какой он маленький. А где ж памятник Ленина? А вон, вот солдату, солдат. А, клуб было тут, разобрали. Вот тут где накрыто. Это магазин. Дуже багато. Пустих довів. Вон, дивись, на ту сторону обдерта стоїть. Це був магазин центральний. Багато пустих. Ага, тут магазин був. А тут моя подружайка жила, Лена. Тракалюк. Ось тут? Тракалюк. На верхній вулиці. Ось тут Лена Хоменко. Вон забор синій з білим. Так він в такому світі залишився. Скільки я його купив? Так Ленку Хоменко я знаю. Ось Лена Хоменко, їх три сестрички. Зараз тут живе младша. Їх теж повмирали. Папа і мама. Ось вони. Ага. А Ленка живе в другому селі. Хоменко Саша, батько, да? І а вот я еще на помню. На тракторе мы привозили известь мы и да, это, да, белые да, фермы. Ее нет, батько. Саша, так и интересный. Хороший, да, хороший. Девок любил своих страшно, дочек. Страшно. Ну, он молодой. Тоже дорога. Бачишь, разбита и тут дорога. А где-то еще. Смотри, какие дома заброшенные. Боже мой, сколько. Ну, это село поживее, чем Дмитров. Наш, а наше вообще. Богато дороже, как у нас. Даже взять любой дом у нас хороший. Тут где-то на углу жил у нас, тут Владимир, как-то мужика, он по ДПЮ у нас преподавал, такой усатый мужик. Однобоков, я то, наверное, проехала Однобоков, она учителькой. Однобоков? Сколько я лет ездила через Однобоков, эти села, 7 лет. Вот тут жил учитель по ДПЮ, вот этот дом. Он за нами будет потом ехать? Да, потом за нами. Да обгоняй его уже. За нами. Обгоняй. Да. Вот это, Ира, мы пешком ходили 2 года. А я 7 лет с четвертого по 10 включительно. В Ботево ездила, да? И пешком, и на этих, и на автобусах рейсовых, и в будках. Вот, знаешь, будки. Вот так вот наши села, видите, как вот палисадник вот перед домом есть. Вот у всех вот такое есть. Ой, Господи. Как бы заборчик, палисадник. Такие фермы были, боже. Абрикосы. Ой, Ира. Абрикосы и персики, дерево было во дворе. Да, совсем все, конечно. Вот тут мы стояли, всегда голосовали, если вот ехали со школы, мы шли вот по верхней улице, вот сюда выходили. Наши прицепчики есть у людей. Да? Да, это ваши, наклейками. Да? Владимировка. Здесь была ферма. Вот там было много коровников, да, много вот было, тут нет. Было много на этой стороне. И лошади были, и свиньи вот были. Почему не иметь ничего такой ничего. Почему не? Строили годами, а развалили быстро. Вот да, действительно, что было не развивать, Ира, да? Вот да, конечно, все? Дожили бы люди, и здесь и дороги были бы, и люди землями. И маслобойню построить можно, и какой-то вот воду тут уже. Были коровников, тут же ж ферма была. А тут она и не осталась, там что-то, там уже сарайчики, фундамент. У нас тоже в Дмитровке свинарник был, и ферма была, и свиноматки были, и откорм 2 сарая. Я когда сюда иду, меня зовут, знаешь, в эту сторону у меня сердце сжимается, просто ужасно. Вот остались немножко вот эти, так и тоже, наверное, ничего тут нету, не держат, да? Да, конечно, мам, никто ничего не держит, конечно. Хотя бы кто-то взял бы, да взял полсарая какой-то, оградил бы. Деньги вложить, сам бы. Оградил бы себе, хотя бы свиней там держал бы, кормил бы, знаешь, там. Сейчас все хотят ничего не делать, все иметь. А речка так и есть, смотри, не засохла вот там. Да. Вот ну, когда сильная вода и к нам Дмитров пойдет, добавляется водичка и рыбка появляется больше. Папка всегда ловит. Боже мой. Я с детства маленькая была, помню, как я приду к нему, а он на леску нацепит, рыбок на это натаскает. И я на мама, а тетя Вера Макаренко, чуешь, мам? А тетя Вера Макаренко жива? Кто-кто, да, помню, да? Ему, да. Он тоже молодец, да, сколько ну, да. Держится еще? Да, вон в этом, там колоцепь. Вот она с юмором была. Я не знаю. Она с юмором, сестра Сереги. А, напротив нет, нас жила она, из Кас, возле Дельфаруси Матрич. Поняла, поняла. Она с юмором, конечно, баба была, огонь. Жива, дай бог здоровья, хай живе. Симпатичная она такая. Да, она такая бедова. Да. Бедова. На тракторе же она ездила. Да, трактористка была. Да, потом на кухне много лет работала поваром. На тракторной бригаде. Что? Тяжело, да? Не вырвет хоть? Нет. А. Не, не, тошнит. Я понял. Вот тогда, Ира, как, сзаду,
школе не было, со школы. Я до этого поворота вот. До двух тополей. Вас встречать. Вон абрикосы. Мама не жила, бабушка, дедушка. А я где была? Ой, боже мой. Шо пишут? Где была мама? Ой, где я была? Бабушка. Куда ездить? Бабушка. Ты в купе с мужиками. Бабушка, вот до чего поворота доходила, а вы виделяйте это усе пешочком. Автобус не пришел, куда-то забрали, один единственный. И где-то с Ботева пешком. Не Владимирова, еще через... А там по сутках сколько я ездил? Сколько я ездил? Это ужас. Водоводские ходили? Да, возле. Со школы, 10 километров. И не боялись. Видишь, под солнцем поле все засыпали. Значит, лучше люди были в то время, а сейчас нельзя. А он тоже, не вот эти тополя, вот говорят, у двух тополей, мама, не вот это они тополя. Ну, два тополя на углу, помнишь, мы говорили, до двух тополей, вот это вот. Не знаю, это первый раз. А, я... Мам, помнишь, у нас говорили, до двух тополей? Ага. Вот это же два тополя где-то тут на углу. И что это? Ну, что, вот поворот до двух тополей, не знаю, так говорили, что ж туда вышло. Да? Ну, вот мы ходили, дрова собирали, вот эти доски, говорили, вот аж до двух тополей туда идем. На углу было два тополя. Вот тоже фермы, где мама работала, свинарник. Бабушка здесь дежурила, я даже ночевала с бабушкой. И я тут ночевал, и мама ночевала. Я ж была, работала сторожем. Ночью. Вот тут было четыре сарая. Ночным сторожем работаю, утром засадку и погнала лошади, на поле. И я на лошади работала. Вот четыре корпуса было. Ой, тетя Вера Носаченко, хата нема. Розебрала. Ну, она осталась что-то, да? А то времянка осталась. Вот. Вон церковь наша вдалеке видна. Это черета колхозна, наверное. Ну, у кого есть коровы, видишь, что достать. Вот тут, вот тут, вот тут были эти гуцулы жили. Вот Ира, тетя Маруся наша жила. Дворище, тетя Маруся. А вот наш дом. Да. Вот тут был дом. Как и тут дорога, все эти... Столб, и дорога вот туда стоит. Столб стоит, да. Ира, как тут жизни помещались на этих клаптиках земли, Ира? Вот тут Гена приезжал сюда. Мы сюда заедем потом. Какой огород у нас был. Аж до речки вот туда. До речки такая. Вот тут бабушка Христя. Бабушка Гена пришла. Свергунка жила. Тут подружка моя жила. Рачки. Бабушка дедушки приезжала. Вон тетя Нади Алексеевой, да. Ой, боже, запущенная. Такой кошмар. Здесь бабушка Паша жила. Да, моя крестная бабушка. Тоже ничего не было. Бабушка Паша, бабушка Женя и бабушка Клава. Рачкеевы, вот это пустое, да? Последнего этот дом я еще. Мануилова, Чемисова. Чемисова. Андрей мой Тольятти друг. Ай-яй-яй-яй. Да, дедушка Фука, а с ней стороне Ирочка. Вот это ж бабушка Валя, маминой подруги, мама тут жила. Светы. Маруся, да? Та де це Маруся? Це де... Да, это тетя Маруся. Тетя Маруся. Баба Валя, бичиха. Баба Валя. Ви що, совсем? Тетя Маруся. Он Киздя. Федоров. Ось Вера, тетя, ось смотри, вот это жила тетя Вера, да мама с Сергеем познакомилась. Ось наш дом, а вот тетя Маруся, а вот наш дом, Ира. Назад заедем, хоть на 5 минут. Ой, боже. И моя хата проехала. Коль, теперь налево. Да, сюда, на вершину. Вот трансформатор наш. Трансформатор и туда, да. Сюда, Коль. Вот тут еще с бабушкой баба Фёкла жила, чи як? Баба Федя? Да нема, помирала. Як її звали? Баба Федя, чи як? Баба Оля, баба не, вот тут. Феня, Феня. Да. Баба дальше Федя. Домик. Вот наш дом. Шо? Ой, Вито! Дом твой. Да, я бачу. Ленина 11. А в саду поставили, вообще, слышишь, Ирочка? А в саду поставили этот, як його? Ужас. Половлик. Там дерева в мене були, повикорчовували, мене, я ж сад такий ну, насадив. Ну, їх уже діла, мам. Да, ну, так я ж ось тут, Іра, помніш, дома стояли, на цій стороні дом, да, там я дом. Я ж не осуждаю, я кажу, та що. Туда, туда. Папа. Вони зробили. А тут теж людей, тільки Златєві. Вона Златєха жила. Тут баба Чекан. Віра Мельниченко. Тут Чеканця жила на углу, ой, старий Чекан. Ой, ай-яй-яй, смотри, Чеканів нема дома, боже мой. Вон хата пуста. А Марченко, бабушка Ніна, вот да? Вот это ж она жила. Первый дом мы проехали, первая вона була, а то вже другий. Іра, пустота. Вот здесь, половина села пустота. І що тут скучати? Зачем мені сюди скучати? Це ужас. Надя каже, о, я село люблю. Ти знаєш, как будто ми не на кладбище дедушки з бабушкой, а на кладбище села даже. Кладбище воспоминаний, я даже не знаю, что сказать. Алло. Оставались, для мене були дівчата, я 13 років як із села,
А теперь вони вже всі бабушки, ті, що були дівчатами. Я з Полісом, Вилом і з бабушками. Ні, ми от Дмитро тільки заїхали. Уїхала, уїхала, зайчик. І тебе не уїхала, я з тобою довольно забрала. Ладно. Я б його в садик би не пустила даже, да. Ні, мене нет. Так, а где ж тут жила Ира? Вот это ж где-то Серега, а вот тут жив на верхней улице, где-то в этих домах. Поедем дальше, дальше. Там дорога. А это ж Юрка мой одноклассник, да, мама? Да. Чи нет, тебя верещает? Козлов. Вот, вот они, вот Козловы, да. А то рядом Репенчуки Ира, вот Молдаванка Тамар, Танька Молдаванка. Репенчуки мы проехали. Вот тут где-то Сергей проехал уже, его дом разобрали. Вообще пустые. Это Рачкеевы, наверное. Какие Рачкеевы? Так, подожди, Николь, прямо. Прямо. Ячко, вот сюда можно. Там можно не еще. Не надо, едем прямо, Коля. Поехали, поехали, Коля. Зачем церкви, нам сюда? Мы подъедем как раз к ходу к воротам. Мы проедем к воротам. Едем прямо, а там есть церковью на стене. Боже мой, сколько домов. Ой, Бухтияровье, да? Да, вот ой, Валя, моя одноклассница, это да, дом. Вот это Вера Носаченко, вот это ж. Ну, Носаченко. Ой. Макаренко. Она туда Александрова. Александрова. Так, где Ира Шкут, моя зрительница? Да, в школе живет. Это не тут живет? В 7-й, 8-й класс. Ты же, вот тут Андрей, здесь тут живет. Прямо. Здесь тут, вот школа. Да, вот где вы учились. Вот это батька строит. Да. Так, и теперь, Коль, здесь налево. Да, мам. Там под шифером был написал Таня, как они строили вот эту крышу, ставили. Да? Сказал, ага. Це ж кутось жив, тепер тут Варемик. Варемик тепер тут живе. У батьківській хаті, помари батько і мама. Що тяження тють Віри, тють Віри з фронки. Перед операцією, так? Все, тепер на кладбище, прямо воно дорога буде. Звісно, ми поїдемо з тобою на цято, звісно. Наліво, все. От це, так. А то туди тракторна бригада. Правильно, ми з тобою підемо. А анестезіолог що скаже? Вон тракторна бригада. Вон чи-то коровка. А дощ їй теж часто йшла. А трава вже починає жовтіти. Вже починати, тільки сонце трошки припече, а так же корову десь треба пасти. Вон біла в когось корова, це чудо для нас, у нас обично темні. Це там у нас позаростало, не рукавичок, ну, нічого, хоча би трошки рукава. Ну, то есть, поки роблять гістологію, вони будуть робити операцію, правильно? От тут, ага, Коля, поставиш машину, туди наліво повертаючи, чи їдь туди прям, ні, прямо. Заезжал у ворота, наверное. Надо заезжать в ворота. Мама. Не надо, да? Ага. То есть сейчас, ну, ты под налево, наркозом лежишь, уже они берут сейчас материал, а потом уже после результата... Продолжают, да. Подключать до аппарата ИВЛ или не будут? Боже, какой ужас. То есть аэродоль, понимаешь, правильно? О, Боже мой.